Диана Сергеевна, я врач-дерматовенеролог, косметолог, лазерный терапевт клиники Genius Cosmetology. Одной из процедур, проводимых в нашей клинике, является мезотерапия, о которой я вам сейчас поподробнее расскажу. Мезотерапия – это метод лечения, заключающийся в подкожном или внутрикожном введении лекарственного средства в пороговой минимально допустимой дозе, как локально, так и на небольшом расстоянии от пораженного участка. Концепция мезотерапии является мало, редко в нужное место. Преимуществами мезотерапии является поступление веществ в нужное русло и создание депо, выраженный длительный эффект после проведения курса процедур, возможность воздействия на любую зону лица и тела, отсутствие возрастных ограничений и хорошая сочетаемость с другими методиками. Показаниями для проведения процедуры служат фотостарение, биологическое старение кожи, акне, постакне, гиперпигментация, целлюлитолокальные жировые отложения, заболевания волос и алопеция, подготовка кожи хирургическим вмешательством, химическим пилингом и реабилитация кожи после каких-либо процедур. Противопоказанием к мезотерапии является индивидуальная непереносимость препарата и его компонентов, беременности, период лактации, острые соматические заболевания и обострения хронических, инфекционные заболевания, герпес в стадии обострения, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая почечная недостаточность, онкологические заболевания, патологическая боязнь иглы, а также применение ретиноидов системных внутрь, применение антибиотиков, применение антикоагулянтов. Назначать мезотерапию при применении внутрисистемных ретиноидов следует не раньше, чем через 3-4 месяца после отмены препарата, а антибиотиков через 2 недели. Сейчас я вам наглядно продемонстрирую данную процедуру. К нам в клинику обратилась пациентка с заболеванием акне и постакне. В анамнезе около 7 лет.